Значит, сразу скажу, что я буду показывать на компьютере, но все то же самое можно проделать и на телефоне. Все ссылочки, как поставить на компьютер, на телефон, увидите в описании. Просматривая ролики в IGTV на телефоне, порой хочется сохранить ролик, чтобы он где-то не потерялся, или сохранить его и потом скинуть своим друзьям в других соцсетях. Вот, возникает вопрос, как это сделать. Раньше в вебе можно было видеть только себя, то есть те видео, которые у тебя есть на странице, но теперь... И IGTV также доступно и на других страницах, то есть на кого вы подписаны. Вот, и клацаем IGTV, то есть, вот, переходим. Вот оно наше видео. Вот, и сверху у нас есть кнопочки. Нажимаем скачать. Вот оно у нас уже на компьютере. То есть, вот, давайте для примера возьмем другое. Например, вот это видео. То есть, точно так же. Все, вот оно играет, ля-ля-ля. Качаем. Вот оно у нас.